Друзья, всем большой привет! Как вы уже поняли по названию видео, сегодня мы будем краситься, обозревать мои новые продукты. Вообще, приятно проводить время, потому что у меня сейчас утро, я пью кофеечек, собираюсь. Давно не снимала таких макияжных видео, поэтому очень хочу показать вам свои новые обновления, свою обновленную базовую косметичку, которую я буквально обновила вот от и до полностью. То, что у меня сейчас есть, это такая, знаете, базовая косметичка для меня, которую я абсолютно не рекомендую всем. Ну, она такая, вы знаете, в ней есть что-то вот чисто мое, потому что я такой человек, что я могу неделю вообще не краситься, вот так вот ходить. А потом в выходные или на следующей неделе я могу так сильно оторваться и носить каждый день какие-нибудь фиолетовые губы, черные смоки айс и вообще всячески представлять себя некой готической королевой. Все зависит от настроения, абсолютно нет какого-то правила. Вот, и давайте все-таки краситься уже, я тут сижу. Волосы убрать надо все-таки, да? Да, ну, как всегда, дисклеймер, я не визажист. И вы особенно в этом убедитесь, когда увидите мой контуринг. Я заказала такую палетку, и вы представляете, насколько я... Не знаю, слепня, не знаю, какие-то проблемы со зрением, наверное. Палетку Makeup Revolution. И здесь большими буквами написано Ultra Cream Contour. Это кремовая палетка. Это палетка кремовых скульпторов. Стоила она в районе, 900 рублей, извините. Тоже, не так дешево для меня. Конечно, она прекрасна. В том плане, что оформление, это чудесное зеркало большое. Вот эти все цвета, ну, вы просто посмотрите на них. Если бы она была пудровая, я бы радовалась гораздо больше. Ну, была не была, я подумала. Живем один раз в жизни, ну что ж теперь, не красится что ли совсем, надо попробовать. Раз они мне положили просто чудесную помаду, замечательного оттенка. Вот так, помаду падающего оттенка. Все. Я и сделаю вам сводчи, обязательно покажу вам, как она на мне смотрится. Пахнет классно. В общем, это помада моего оттенка. Это помада вот такого вот серого, неестественного, вот такого трупного оттенка, как еще я люблю, в общем. Я заказала корейский BB-крем Холика-Холика с SPF 45 и с эффектом сияния. И давайте сразу его наносить. Пока я буду его наносить, буду вам о нем немножко рассказывать. Наверное, это, ну, один из моих таких первых и любимых фаворитов. Ни разу не пробовала вообще корейские какие-то тональные средства. Давайте прям даже чуть-чуть больше. Его основная фишка заключается в том, что он обладает эффектом сияния, но при этом он как бы припудривает ваше лицо. Это, наверное, единственное такое тональное средство, которое я... наношу без пудры. А вы знаете, я припудриваюсь абсолютно всегда. У меня куча минеральных пудр, без которых я просто не могу жить, потому что у меня жирная кожа. Жирная, проблемная, чувствительная. И так сейчас она, кстати, в довольно-таки неплохом состоянии, удивительно. Но вот, да, есть такая тенденция. Это средство, оно придает сияние, но, вы знаете, не такое мокрое, влажное сияние, а какое-то сухое сияние, ну, с положительной точки зрения, потому что здесь в составе есть, типа, какая-то жемчужная пудра, и она делает лицо даже матовым. Знаете, вот ваше лицо выглядит сияющим, но когда вы трогаете его пальцем, да, рукой, оно абсолютно, ну, сухое, оно не жирное. Блин, это достаточно так удивительно для меня. Вы знаете, мой муж, когда... увидел на мне этот крем. Точнее, он его вообще не увидел. Я говорю, ну как тебе крем? Ты его видишь? Он такой, нет, ты вообще красилась. И это как раз то, чего я добиваюсь. Чтобы лицо выглядело очень натурально, естественно. Таким здоровым и свежим, но при этом никакого эффекта маски не было. Лицо выглядит чуть более светящимся, здоровым. Я его не припудриваю после всего этого дела. Потому что зачем? Дальше, друзья, давайте приступим к самому интересному, это к контурингу. Я замечу, что я не делаю такие контуринги, ну, знаете, такие хардкорные, там, в стиле Ким Кардашьян, как это обычно принято. Мне хотелось просто немножко подчеркивать свои скулы, скрывать щеки свои огромные. Здесь, кстати, очень много рыжих оттенков,
что для меня не проблема, потому что у меня рыжие волосы, в целом у меня сейчас типаж такой более теплый. Я уже пользовалась этим вот рыженьким, вот этим вот. Вам видно вообще что-нибудь? Да, я видоискатель, ни хрена не вижу. Ну, если что, я потом вам сделаю сводч на все эти красивые вещи. И также вот этот вот более-менее такой серый подойдет, наверное, каким-нибудь блондинкам или холодным брюнеткам. Но в целом очень такие деликатные и хорошие продукты. Никогда не пользовалась кремовыми вообще скульпторами, бронзерами. Поэтому, друзья, делаем. Давайте я возьму вот как раз более серый. Он даже такой какой-то нейтрально-персиковый, я бы сказала. Ношу его вот этой странной кисти. Ну и на места, скул, да. Ой, я так заляпала зеркало, боже мой. Можно же потемнее взять, ничего не видно даже. Сначала я просто наношу такие полоски. Что здесь такой свет мне нехороший. Надеюсь, что вам видно, друзья. А давайте попробуем еще высветлить вот этим вот самым светлым оттенком. Вот этим желтым я не пользовалась, этим тоже, но здесь, кстати, очень хороший красивый кремовый хайлайтер. Очень нежный, деликатный. Мы тоже его попробуем. Вот чуть-чуть давайте просто высветлим места, которые люди обычно высветляют. Мне сейчас так странно это говорить, потому что это не туториал по обучению, это просто... Так, все спокойно. Где обычно высветляют-то? Ну, там, центр лба, да? Там. Ой, солнце светит, капец. Под глазами где-то вот здесь я отметила. Спинка носа там вроде как. И подбородок. Не хочется делать очень хардкорно на самом деле. И сейчас мы будем все это дело растушевывать. А теперь, что я обычно еще делала. Я брала бронзер. И бронзером как бы закрепляла вот этот вот контуринг темный. Ну просто, чтобы он никуда не уполз. И также немножко так растушевываю. Кстати, друзья, у меня здесь не очень хороший свет. Я не очень хорошо себя здесь вижу. Но это довольно выгодное место в доме, вот чтобы было видно вам. Поэтому давайте попробуем еще кремовый хайлайтер. Раз уж такая пляска-то пошла. Он, вот он. Вот он. И нанесу его, ну давайте этой же кисточкой. Он очень деликатный, очень легкий такой. Практически уже незаметный. Сверху я его еще так значительно продублирую более ярким. Так, все, со скульптурингом мы закончили. Такая метод ставим, давайте. И все-таки здесь красивое зеркало. Я покажу вам хайлайтеры. Хайлайтеры просто мои мечты. Я очень долго их выбирала. Это Sleek. Наверное, их такие самые культовые хайлайтеры, вот в таких блестящих упаковочках. Конечно, непрактично, все заляпывается очень быстро. Я выбрала себе вот, ой, как не очень удобно, конечно. Крышечка не открывается больше. В общем, они вот такие розовые, сиреневые, таких очень и теплый здесь оттенок есть, и холодный, цвет шампанского. Но главная идея этих хайлайтеров в том, что я их заказывала для того, чтобы использовать как тени, особенно этот вот красный, такой вообще очень вкусный цвет. Друзья, так хочется, чтобы вам было видно, но я в любом случае вставлю еще сводчи, сделаю вам их отдельно. Эта палетка может быть просто универсальной для путешествий или каких-то поездок. Вы можете взять эту палетку, пользоваться ею как тенями и хайлайтером. Собственно, для этого я ее покупала, и ну, такие красивые цвета просто. Очень яркие хайлайтеры, это однозначно. И наносить мы будем, я даже не такой кисточкой. Давайте вот такой. Класс.
Как же можно нанести на верхнюю? На нос я хайлайтер не ношу, у меня довольно широкий нос, поэтому это еще больше подчеркнет мой нос. Давайте, ну, знаете мое отношение к фигуровям, просто причешем их гелем. Хватит с них. Палетка от Sleek, Good Night, Sweetheart. Палетка просто взрыв эмоций, на самом деле. Крайне неоднозначная палетка с очень необычными цветами. Здесь есть дуохром, очень красивый. Здесь замечательные смородиновые оттенки, очень красивые коричневые. Вот они, вы знаете, вот необычные. Вот таких оттенков вы не найдете, мне кажется, ни в одной такой бюджетной палетке. И она идеальна для smoky eyes, для таких ярких, прямо очень готично-драматичных макияжей. И пусть это по ней вот так вот сходу не скажешь. Я вчера делала smoky eyes с ней. И, блин, она настолько пигментированная. И тени буквально растушевываются сами. Давайте сегодня обойдемся без каких-то драматических smoky eyes. Давайте просто сделаем обычный дневной макияж. Может быть, даже в такой однотонной, ну, максимум двухтонной гамме. Я пробовала здесь буквально только 2-3 цвета. Давайте попробуем какие-нибудь серо-коричневые сегодня. Можем даже сделать вот этот вот дуохром. Вот этот тут верхний. Ладно, я вам все покажу. Skies. И возьмем отсюда более какой-нибудь нейтральный цвет, просто в качестве подложки такой на веко. Такой совершенно телесно-коричневый цвет. Просто для того, чтобы немножко убрать жирность с век. Какие жирные веки у тебя, Света. Ну давайте попробуем взять какой-нибудь коричневый. О, мне так нравится вот этот вот. Я вчера пользовалась. Давайте попробуем вот этот вот серый, серо-коричневый такой. Складку я его вроде еще не наносила. Ну, давайте попробуем. Ух ты ж, какая пигментация, блин, друзья. Ох. Я сначала наношу такой кисточкой, как бы, ох, вот это я ксикнула, окей. Вот мне пока сложновато. Ну, также давайте на нижнее веко нанесем, раз мы уже начали. Плёску нашу. Давайте нанесем более серый. Какой-нибудь вот такой или вот такой. Нужно даже их смешать, мне кажется. Попробуем пальцем нанести, а потом растушуем кисточкой, соответственно. Ну, немножко растушуем этот цвет. Складочный цвет, да, шикарно сказала. Немножко даже его добавить сюда. Ну, с бровями, конечно, я косикнула. Так. Сразу в уголок глаза давайте нанесем. Здесь очень красивый такой цвет шампанского есть. Можем взять какой-нибудь более смородиновый, такой или вот такой. Давайте попробуем на нижнее веко, что ли, нанести. Почему бы и нет? Немножко такую подводку сделаю легкую. Ну да, опять-таки я хотела же сделать все-таки более дневной макияж. Да, немножко осыпаю тени, конечно. Но это так особо не проблема. Так, ну что, мы будем наносить что-то под бровь? Мне, честно, не очень хочется даже. Ну, давайте нанесем тушь для ресниц с ментолом. Тушь для ресниц с ментолом. Все равно мне хочется как-то его сделать интересно. Давайте, я придумала.
Я придумала. Возьмем палетку халайтеров Sleek. Возьмем темно-красный цвет, вот этот вот наш. И нанесем его в центр. Ух, какой он яркий, охренеть. Ну, это просто нереальный яркий цвет. Ух ты. Класс, мне очень нравится этот. Ну да, просто, знаете, такой небольшой акцентик. Потушевать. Давайте сейчас я сделаю второй глаз. Вернусь к вам, и мы будем разбираться с губами. Давайте приступим к губам. Я возьму вот такой нюдовый, такой теплый карандаш от Vivien Sabo. Немножко подведу им губы. И возьму помаду, которую мне Beauty Home вручили в подарок. Это помада от Catrice из их серии Ultimate Color. Оттенок 540. Concrete Jungle. Не могу сказать, что это за цвет, друзья. Серо-коричнево-розовый, больше такой даже как припыленно-серый. Типичный вот мой такой цвет. Ну, посмотрим, как он смотрится с этим макияжем. Ой, все падает сегодня. Просто все из рук валится. Ну что, друзья? Такая вот помада, я ношу ее сейчас каждый день, мне так нравится, что я даже рассматриваю возможность, что куплю ее на замену своей любимой NYX Butter, потому что та все-таки у меня уже очень-очень давно, мне кажется, что пора бы ее уже выкинуть, все-таки так много она у меня живет, и срок годности у них все-таки не вечный. Помада тоже классная, но это гораздо дешевле, и она увлажняющая, не сушащая, и она такая более как раз повседневная, как мне кажется. А та все-таки более прямо серая-присерая. Так что сейчас я что-нибудь с волосами сделаю, причешусь и вернусь к вам. Заметила, у меня, кстати, футболка сегодня прям помада. Вообще как-то подходит образ. Ну что, друзья. Такой вот макияж сегодня получился. Конечно, скосячила я немножко с тенями. Ну, блин, всякое бывает. Я не визажист, но просто очень хотелось показать вам эти тени замечательные, прекрасные. И в будущем также я хочу сделать обзор на все свои палетки теней от Sleek. Потому что вот попробовав их единожды, тени от Sleek, я просто поняла, что даже не хочу пользоваться своими тенями от NYX. Потому что они, конечно, тоже неплохие, но все-таки Sleek стоят гораздо дешевле. При этом они ничуть не хуже, в то же время, ну какие же у них все-таки оттенки, друзья. Они такие красивые, просто красота. Все продукты, которые у меня сейчас есть, они замечательные. Я пользуюсь ими реально буквально каждый день. Я даже практически каждый день делала себе скулы вот этой палеткой контуринга. И я думала, что эти средства будут как пластилин, они будут плохо разноситься, не очень красиво выглядеть на коже. Но, блин, оно просто как масло. Обычное масло, которое наносится совершенно какой-то дешевой кисточкой с Алиэкспресса. И здорово. Просто это очень необычно для меня. Я, конечно, буду дальше пробовать, повышать как-то свой скилл, экспериментировать дальше. Но в целом вот такой макияж у нас, не знаю серьезно, как его назвать, дневной, не знаю, вечерний, повседневный. У меня все макияжи зависят сугубо от настроения, от того, чем я вдохновлена, кто меня вдохновил. Поэтому, друзья, вот такой у меня образ. Я вот надеюсь, что я вас как-то, не знаю, подстегнула на тоже какие-то творческие мотивы в макияже. Это, блин, здорово. Я сейчас практически каждый день крашусь вот этими новыми всеми вещами. И, блин, серьезно, наше настроение повышается. Вот такие банальные мелочи, такие вообще штучки, совершенно как бы не стоящие, с одной стороны, внимания. Но как же они все-таки настраивают тебя на позитивный лад? В общем, все, друзья, давайте прощаться. Надеюсь, что это видео было вам интересным, что вы попили со мной кофе. У меня уже холодный кофе, я его даже не пила. Ну вот так вот. Все, друзья, я со всеми прощаюсь. До встречи в следующих видео. Очень скоро увидимся. Пока-пока.